Приготовить и поесть блинов, покататься на каруселях и принять участие в народных потехах можно будет уже в это воскресенье в парке имени Зернова. Там пройдет большой праздник, посвященный проводам зимы. В этот день с 12 часов на гостей парка будут ждать творческие площадки с забавами на свежем воздухе. Праздничная площадь по традиции у нас будет на месте бывшего аттракциона «Веселые горки», где будет работать масленичная ярмарка с угощениями. В этом году организаторы праздника приготовили для гостей сюрприз. Все дети и взрослые своими руками смогут приготовить цветные блины. Мы будем печь цветные блины, пробовать их с различными начинками и угощаться ароматным травяным чаем. Также особенностью этой площадки в этом году становится то, что главное лакомство масленицы мы будем готовить необычным способом. Попробуем приготовить его на пеньках. Помимо этого, всех гостей парка ждут выступления вокальных и танцевальных коллективов. Также на центральной аллее парка развернется выставка работ рукодельницы из города мастеров. А еще все желающие смогут поучаствовать в традиционном мастер-классе. Мы будем делать маленькое чучело масленицы, маслену, которую можно унести будет с собой домой, а лучше ее оставить в парке, принести к чучелу большому масленицы для того, чтобы она сгорела вместе с ним. Масленичные гуляния в парке начнутся 10 марта в 12 часов дня, а в 16 часов здесь сожгут чучело масленицы. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.